песни. Текст песни, он из нашего детства. Из нашего детства. Там, по-моему, в лесу там кузнечик, что-то там чебурашка, там еще что-то, да? Так вот, музыку убери, пожалуйста, Игорь. Итак, ваша задача, вот которая у вас текст у вас здесь, да? Вы должны эту песню спеть в ритме шансона и рэпа. И рока. Понятно? Вы представляете, что такое рэп? По очереди. Буквально там по одному куплету, ничего страшного. Это очень быстро будет. Понятно? Сначала, короче, будет в стиле у нас, по-моему, шансона. Все вы знаете мелодию Владимирского централа. Да? Вот смотри, давай я тебе сразу помогу тебе, Тимур. Так, у него песня про Чебурашку. Представляете, поет песня, музыка, мелодия шансона, и он такой выходит. Такой. Я был когда-то странный. Игрушкой безымянной. Ну, под музыку, естественно, да? Понимаешь, да, как это должно быть? Да. Нет, сначала будет шансон. Как только ты все споешь, мы закончим, музыку прерываем, следующий начинаем. У каждого свой текст. А потом рэп. Понятно? Все, возьми в руки. На день рождения